Анапе делают ставку на развитие пляжных территорий, сохранение статуса главной детской здравницы страны, а также дальнейшее развитие как круглогодичного многопрофильного курорта. Сама по себе Анапа всегда славилась хорошими виноделами. Те, которые были ранее в старые времена, потому что было очень много виноградников. Ну, у нас поистине осталось несколько виноделов. У нас так называемые винные туры. Я не говорю о туристических турах там в горы, там еще куда-то. Я скажу за виноделов. Гастрономические туры. Все это присутствует, все это здесь есть. Как уже сообщала телекомпания «Анапа Регион», на пляжах в этом году торговля сокращена до минимума. В ходу будут безалкогольные напитки, мороженое и продукты в промышленной упаковке. По замыслу городских властей, пляж должен оставаться местом для встречи с морем. Муниципальное объединение курортных услуг закупило к новому сезону 11 тракторов «Белорус». Это универсальные машины. Для каждой из них найдется работа. Также идет работа над тем, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли самостоятельно заезжать непосредственно в море. Таких точек будет три – на центральном пляже, Витязево и санатории «Малая бухта».